Благодаря этим людям нам светло и тепло. 22 декабря – День энергетика. Виновников торжества чествовали в областной филармонии. Здесь и электрики, и слесари, и водители, множество разных профессий, объединенных общей отраслью – энергетикой. Нечасто им говорят спасибо за труд. За всех жителей региона высказался губернатор, вручив отличившимся работникам благодарственные письма. Самое главное в любой отрасли – это, конечно, люди. Дело, которым вы занимаетесь, оно вызывает всеобщую любовь, всеобщее уважение. Хотя порой, когда мы отмечаем что-то где-то, наверное, на ваши головы сыпятся и менее лицеприятные возгласы. Денно и ночно, в любую погоду вы обеспечиваете тепло в наших домах, работу наших предприятий. И я не думаю, что в тот самый момент вы думаете о каких-то особых наградах, вознаграждениях или еще что-то. Вы в данной ситуации рассуждаете как десантники. Если не мы, то кто?